Новый год – это время подарков. Это чистый, добрый и самый веселый праздник. Он доставляет людям радость и дарит улыбки. Конечно же, нет ничего прекраснее, чем детское восприятие волшебства новогодних дней. По инициативе главы района Заура Хамирзова, вот уже на протяжении нескольких лет сотрудники администрации Кашхабльского района, начальники структурных подразделений, работники администрации сельских поселений, руководители организаций района в преддверии Нового года проводят замечательную акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Накануне глава района Заур Хамирзов побывал в селе Вольное и посетил юного жителя Сергея Ершова. Глава района поздравил мальчика с наступающим Новым годом и вручил ценные подарки в виде телефона и сладкого набора. Держи, на, вот это тебе. Понятно. Ну, тут еще кое-что, конструктор, но вы разберете. Держи, с Новым годом, тебя еще. И вас тоже с наступающим. Это да, это важно. Это тебе подарок. К акции присоединился также председатель Совета народных депутатов. Из рук Александра Брянцева подарок получила Синькова Мария из села Натырбово. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, здоровья, тебе благополучия, всего самого наилучшего тебе в новом году. Это тебе подарок, это тебе колонка такая. И это флешка. Всего в этом году от участников акции получили ценные подарки и сладкие наборы 84 ребенка с ограниченными возможностями Кашхабльского района.